Маломобильные красноярцы посоревновались в рыбной ловле. Больше 20 человек на инвалидных колясках сегодня утром закинули удочки на озере Мясокомбинат. Для всех, кто смог сегодня сюда добраться, это возможность полезно провести время. Не каждый день они могут выбраться на природу, отвлечься от городских проблем. Помогли им в этом благотворительный фонд «Феникс» и районная администрация. Кстати, последние пообещали людям обустроить на озере пандус, чтобы ловля проходила удобнее. В завершении рыбалки приготовили уху, насладились собственным уловом. Для меня это такое увлечение, прям хобби, да. Вот я подсел на это, наверное, с прошлого года, так вот, по-настоящему. Так до этого ездили на рыбалку, закинули что-то там, ловится, не важно. А вот в этом году я уже как-то это прям чувствую, что меня тянет на водоем, готовлюсь, да, вот как бы так основательно вяжу крючки, все подготовлю.